Привет! В этом видео пойдет речь про нас, команду Black Velvet. Это наша команда. Я являюсь креатором творческого объединения Black Velvet. Мой ник в Instagram – Fatal Noir. Женя – дизайнер. Мари – контент-менеджер. Вадим – продюсер. Идея создания творческого объединения Black Velvet возникла в конце 2017 года, когда мы пришли к выводу, что на просторах интернета нет поэтического паблика, одновременно публикующего видеоконтент в разных социальных сетях и видеохостингах. Мы развиваем Black Velvet для творческих личностей и ценителей мира поэзии и литературы. Наша цель – популяризация творческого искусства в социальных сетях и в интернете. Это актуально для людей, начинающих свой творческий путь, так как очень часто у них отсутствует целевая аудитория. Также это актуально и для именитых поэтов и чтецов, привлекая дополнительное внимание к своему творчеству со стороны аудитории канала Black Velvet. Для удобства взаимодействия с аудиторией под каждым публикуемым видео указываются активные ссылки на автора и исполнителя произведения. В описании присутствует ссылка на текст, если он есть в публичном доступе или предоставлен автором. Отбор видео, его монтаж и публикация – это наша работа. Многие публикации набирают десятки и сотни тысяч просмотров, тысячи лайков и сотни комментариев. Канал Black Velvet поделен на плейлисты, позволяющие познакомиться с исполнениями произведений настоящего и прошлого. Не забудьте ознакомиться с авторскими стихотворениями в одноименном плейлисте, а также с другими разделами нашего канала. Подписывайтесь на Black Velvet в Instagram и на YouTube. Следите за нашими публикациями в ленте. Ваше внимание очень важно. Поддерживая нас лайком, репостом или комментарием, вы поддерживаете поэтов и чтецов и способствуете появлению новых талантов и новых шедевральных произведений. Спасибо вам за то, что вы с нами!